Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина и канал Цветочная симфония. Пока я тут сажаю, пересаживаю, и вдруг мне пришла такая идея в голову. Хочу снять то, что цветет сейчас. Прям по-быстренькому, по чуть-чуть. Думаю, что у меня за аромат такой? А это у меня синингия конспицуа. Она мало того, что цветет, она еще и пахнет лимончиком. Я ее просто обожаю. Такая красота. Калерии, конечно, цветут круглый год у меня. Так, это у Yellow Cat. Желтый кот. Зарубежная селекция. Похож на Сани, но Сани посложнее. До цветения довести этот оказался попроще. Оно у меня уже месяца три цветет. Очень красивая калерия. Так, пытаюсь тут поймать. Причесывать некогда, поэтому вот как есть, так и есть. Вот калерии. Зато называть не буду. Так, подождите, не туда нажала. Ага, вот калерия у нас. Это цветет Килауэа СВ. Название горы на Камчатке. Это селекционер так назвала. Так, что тут быстренько еще показать? Вот, жар птицы с хинантус цветет. Красоту. Красавчик. Вот наверху. Листья. А там вон и писцы цветут. Ну, эти красотки вообще круглый год цветут. Так, тут уже некогда чистить, некогда. Просто вот увидела, что все цветет. Думаю, ну хоть полюбоваться, самой-то хоть посмотреть. По-моему, пробуждение весны называется. Здесь синингия дива. Такие красивые цветы. Типа глоксиний. Ну, могут спать, могут не спать. Тоже клубнево прекрасно. Такие растения себя чувствуют и растут на фитильном поливе. Чуть-чуть примулинок. Так, посмотрю, там с другой стороны это пикколо цветет. Колумния Мэри Джей Эванс. Это круглый год цветет. Только поливать не забывать. Иногда можно подкормить. Хороший рост, прекрасное цветение. Так, и здесь зацветает Эрли Бирд. Эрли Бёрд, не знаю уж как там правильно. Это круглый год уже умудряется цвести. Так, здесь какая-то у нас, по-моему, это Жюстин, тоже СВ, калерия. Так, по названию не помню, какая зацветает. Здесь помню, что Майя. Сейчас я себе долезу. Так, тогда хочу красивые цветы показать. Сейчас. Вот они особенные. Очень нравится мне этот сорт, красивый. Ледяная сказка. Такие нежные. Тидейка. Глоксини у меня уже нет, а тидею эту фиолетовую я оставила. Самая легкая и неприхотливая. Вот тут у нас, не помню, какая желтая примулина зацветает. Вон она под лампой. И писцы акварельные у меня цветут без конца. Не знаю, то ли много света, вон листики опускают, как фиалочки, да? Такое ощущение, что пересвет. 12-часов освещения, наверное, много. Не знаю. Посмотрю, куда их поставить. У меня везде стеллажи все по 12 часов. Лампы горят. Ну, будем думать, будем смотреть. Вот новый сорт еще покажу у себя. Это Марк Твен. Мини-синингия зацвела у меня. Первый раз. Новиночка у меня. Мурай на бутонах. Но она как-то меня удивила. Мне подарили ее. Думаю, что за аромат? Такой приятный, похож на жасмин. Оборачиваясь, а тут такие белые цветочки у мурая. Вот она через пару деньков опять распустится. А это, наверное, ягодки, да? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я с мурая первый раз столкнулась. Мне понравилось. Аромат чудесный. Очень сильный на всю комнату прям. Ну, это уже в зале. Тут освещение включило свет верхний. Это Сэйю, это бегония Кейн. Она не крупная, небольшая. Вот, казалось бы, обычные листья. Без конца цветет. Мне очень понравилось. Цветы очень крупные, достаточно крупные кисточки. И кисточка где-то 2 месяца, наверное, держится. Так, а это, сейчас скажу, псевдолюберцы. Вот она. Белые цветы. Цветут очень давно, никак я их не сниму. Уже цветают, последний скидывает. Постоянно гроздья белые висят. Вот, то есть из каждого пазуха листа выходят такие гроздья. Мне очень понравилось. Так, а это моя красотка. Она не цвела. Не знаю, цветет ли. Это Краклин Роуз.
Это уже на балконе. Убирала сегодня Хименеса спать. Чуть-чуть осталось. Вот такая красота. Они мне на фитильном поливе. Бедные еле держатся. Длинные плети. Следующий год эти сорта нужно поставить ампелем, чтобы они росли. Ага, вот моя красотка еще. Пеларгония, которая крымская. Таира крымская роза. Вот она. Я как-то обещала показать. Такая прелесть нежная. Как-то рассказывала про нее. Был черенок на продажу. Сейчас покажу. Вот, и я ее не принесла. Так, что тут? Вот еще ахименесы доцветают. Ну все, уже прибиралась сегодня хоть немножко. Тут убирала все, чтобы ризомы зрели, отложила все, сняла. Ну, в коробках стоят, видите? Все, сохнут. 4 коробки такие уже. Вот и цветает. Пока так. Так, что тут у нас? Ну вот моя красота. Это у нас Паквио Каролина. Это моя розовая махровая. Цвела, невзирая ни на что. Белые листочки, это от жары. Так, ну и красоту хочу показать. И Лукадонию свою любимую. Адель. Красота. Прелесть. Вот она цветет у меня всегда осенью. А Кетти, кто как называет. Она мелколистная, там голубая с белым цветочки. Она к этому времени уже цветает. Она начинает с июля цвести. Очень много цветов на ней. На этой как бы меньше цветов, но вот такие красивые, как цветочки собачки, да? Можно сказать, колокольчики такие висят. Вот у меня сентябрь, октябрь цветет. Такая прелесть. Потом засыпает, и ризомки я собираю. Ризомки просыпаются позже, чем ахименсы. И как же вам не показать, как моя агланема зацветает? А то вдруг потом забуду. Вон с цветами. Прикольно, да? Какая прелесть. Ха, цветущий сад. Фиалки, все, наконец-то я им дала зацвести. Но все равно зацветают неправильно многие. Потому что закладывали бутоны в жаре. Это трейлер. Тоже трейлер. Такая красота. Новый день. Дэйс. Вот это у меня есть продажа такая. Немножко есть наборов с фиалками. Взрослые, детки. Видео 4 числа. Я показывала. Поэтому пишите, кому нужно, интересно. Я еще все отправляю. Отправляю все с утеплением. Тут немножко менюшек. Тут порядки свои начала наводить. Решила, что мне прозрачные не очень нравятся. В плане того, что... Они быстро зеленеют, надоели. Поэтому на одном канале подсмотрела цветочный уголок Светланы. Она оставляла ссылочку на вот такие стаканчики. Я накупила себе и вот такую более-менее красоту навела. Пока. Пока так. Дальше посмотрим. И вот у меня менюшки зацветают. Их немножко, но тем не менее есть. Вон зацветает красота, вон зацветает. И где-то даже детки мне стоят. А, вон даже зацветает. Я решила накрыть, чтобы хотя бы не через день их поливать, а хотя бы через 3 дня или через 2 дня, как успеваю. Так, немножко здесь. Это... Угу, вылетело с головы. Как она называется? Смитикадония. Смитикадония NGO, как-то так. Вот такая прелесть. Все, уже скоро спать надо. Она еще не вся процвела. Так, гибискусы у меня цвели вчера, сегодня уже нету. Ну вот, например, обычная простая белая. Бегония вечно цветущая. Чуть-чуть пеларгонии тоже. Ну, уже начала обрезать. Цветение не такое, как весной, конечно. Но, тем не менее, что-то, да, радует. Так, ну все, друзья. Наверное, достаточно. Это все, что у меня цветет. Цветение всегда у меня круглый год. Есть цветущие растения. Очень люблю, когда цветут. Хоть и зеленая красивая, и листики разной формы красивые, и варигатная красивая. Но, тем не менее, когда цветут растения, это самое интересное. Самое приятное. Ну все, с вами была Ирина и канал Цветочная Симфония. Всем пока и цветущих растений!